Привет, Анна, ты в последнее время ешь полезные фрукты. Привет, Джон, на самом деле да. В последнее время я очень люблю яблоки. Говорят, что одно яблоко в день отпугнет врача. Ха-ха, это правда. Я сам стараюсь есть больше бананов. Знаете, в них много калия. А я тоже люблю бананы. Это такая простая и удобная закуска. Но пробовали ли вы добавлять ягоды в свой рацион? Обожаю ягоды. Они очень вкусные и очень вкусные. Черника, клубника, малина, что угодно. Да, и они отлично подходят для того, чтобы разнообразить потребление фруктов. Кроме того, они низкокалорийны и богаты антиоксидантами. Именно так. Я думаю, что важно иметь в своем рационе хорошее сочетание фруктов. Таким образом, вы получаете ряд витаминов и минералов. И всегда полезно что-то менять, чтобы вам не надоел выбор блюд. Согласен. Думаю, я сейчас пойду за яблоком и ягодами. Спасибо за напоминание, Анна. Нет проблем, Джон. Приятного вам фруктового перекуса. Привет, Анна. Помнишь, как мы ездили в школу на автобусе? Конечно, Джон. Это всегда было приключением. Да, в тот раз автобус сломался, и нам пришлось ждать следующего около часа. Ах да, или в тот раз, когда мы опоздали на автобус, и нам пришлось бежать в школу, чтобы не опоздать. Ха-ха, я это помню. Когда мы пришли в класс, у нас так задыхалось. Но знаете что? Ездить на автобусе было очень весело. По пути мы увидели много интересного. Да, и у нас тоже остались хорошие воспоминания. Как в тот раз, когда мы во весь голос пели колеса в автобусе. Ха-ха, я это помню. Все в автобусе присоединились к нам. Это было похоже на мини-концерт. И давайте не будем забывать о том, как мы наблюдали за людьми. Иногда мы видели довольно странные вещи. Ах да, как в тот момент, когда тот парень привозил с собой в автобус свою домашнюю игуану. Правильно. А потом была одна женщина, которая привезла весь свой сад в автобусе. Ха-ха, я забыла об этом. Хорошие времена, Джон, хорошие времена. Определенно. Знаете что, возможно, нам стоит снова сесть на автобус ради старых времен. Похоже на план, Джон. Но будем надеяться, что в этот раз она не сломается. Привет, Анна, что сегодня на ужин? Я подумываю приготовить жареный стейк. Тебе нравится? Ах да, я обожаю хороший стейк. Но я надеюсь, что вы знаете, как правильно его приготовить. Конечно, верю. Я отлично готовлю, Джон. Хорошо, хорошо. Я просто не хочу покупать кожаные туфли на ужин. Не волнуйся, Джон. Я знаю все хитрости, чтобы сделать его нежным и сочным хорошо, хорошо. А как же приправа? Не стоит переусердствовать и испортить вкус. У меня все под контролем, Джон. Я буду использовать необходимое количество соли, перца и других специй, чтобы сделать его идеальным. Что же, надеюсь, что да. Потому что если вы все испортите, мне придется вместо этого заказать пиццу. А нет, Джон. Я позабочусь о том, чтобы все получилось отлично. Хорошо, хорошо. Но если все получится отлично, возможно, ты станешь моим любимым поваром на свете. Ха-ха, я приму это как вызов, Джон. Приготовьтесь к лучшему жареному стейку, который вы когда-либо пробовали. Привет, Анна, ты уже думала о получении водительских прав? Да, у меня есть. Но я немного нервничаю из-за этого. Я слышал, экзамен по вождению довольно сложный. Не волнуйся, Анна. Все не так уж плохо. Просто не забудьте проверить зеркало и использовать поворотники. Легче сказать, чем сделать, Джон. Я не хочу случайно врезаться в бордюр или что-то в этом роде. Ха-ха, да, помню, когда я учился водить машину, я сам наехал на несколько бордюров. Но все это часть процесса обучения. Думаю, ты прав. Но как насчет параллельной парковки? Это, пожалуй, самая сложная вещь на свете. Ах да, страшная параллельная парковка. Но вы знаете, как говорится, практика ведет к совершенству. Не знаю, Джон. Возможно, мне придется тренироваться около 10 лет, прежде чем я все сделаю правильно. Эй, не будьте так строги к себе. Уверена, вы отлично справитесь. И подумайте о свободе, которую вы получите после получения лицензии это правда. Больше не нужно ждать автобуса или полагаться на других в поездках. Думаю, я готова сделать решительный шаг. Таков дух, Анна. И если вам нужна помощь или моральная поддержка, просто дайте мне знать. Спасибо, Джон. Я обязательно учту это. Теперь будем надеяться, что я не разобью машину во время теста. Привет, Анна, ты когда-нибудь бывала в Париже? Нет, у меня нет. Но это определенно есть в моем списке желаний. Тебе обязательно нужно уйти. Эйфелева башня, Лувр, круассаны, все это потрясающе. Да, я слышала, еда отличная. Но как насчет языкового барьера? Я не очень хорошо говорю по-французски. Ха-ха, не беспокойся об этом, Анна. Просто почаще говорите «бонжур» и «мерси», и все будет хорошо. Легче сказать, чем сделать, Джон. Я не хочу случайно кого-то оскорбить или заказать не то в ресторане. Хорошо, хорошо, у меня есть решение. Перед отъездом мы оба выучим несколько основных французских фраз. Отличная идея, Джон. Мы могли бы научиться говорить такие вещи, как где ванная, и я хочу выпить бокал вина, пожалуйста. Ха-ха, это, безусловно, важные фразы, которые нужно знать. Но нам также нужно потренироваться в акцентах, чтобы не выглядеть как американские туристы. Да, мы не хотим быть теми людьми, которые едут в Париж и все время говорят по-английски. Именно так. Мы покажем французам, что мы культурны и утончены. Или мы просто поставим себя в неловкое положение и выставим себя дураками. Эй, пока мы веселимся, кого это волнует. Давайте забронируем билеты в Париж и начнем практиковать наш французский язык. Привет, Анна, ты недавно думала о покупке нового компьютера? Да, у меня есть. Мой старый компьютер работает так медленно, что на загрузку чего-либо уходит целая вечность. Я знаю, что вы имеете в виду. Мой компьютер такой старый, что это практически динозавр. Ха-ха, да, нам определенно нужен апгрейд. Но видели ли вы цены на новые компьютеры? Они такие дорогие. Я знаю, верно. Как будто нам нужно взять второй ипотечный кредит, чтобы купить приличный компьютер. Возможно, нам стоит просто использовать старые компьютеры и научиться быть терпеливее. Или мы могли бы просто купить один из этих дешевых поддельных брендов в Китае. М. Я об этом не знаю, Джон. Я не хочу, чтобы компьютер взорвался мне в лицо или что-то в этом роде. Да, это хорошее замечание. Мы всегда можем попробовать создать собственный компьютер с нуля. Серьезно. Ни у кого из нас нет опыта в подобных вещах. Эй, насколько это может быть сложно? Мы просто посмотрим несколько уроков на YouTube и вскоре станем экспертами. Не знаю, Джон. Похоже, это катастрофа, которая ждет своего часа. Что ж, мы всегда можем просто ограбить банк и потратить деньги на покупку сверхдорогого компьютера. Ха-ха, я не думаю, что это очень хорошая идея, Джон. Но, возможно, мы могли бы просто начать копить копейки и купить новый компьютер, когда сможем себе это позволить. Пожалуй, это лучший план. А пока давайте попробуем не выбрасывать наши старые компьютеры в отчаяние. Привет, Анна, ты вчера вечером видела футбольный матч? Нет, я этого не сделала. Я не очень фанат футбола. Что? Как можно не любить футбол? Это величайший вид спорта в мире. Простите, Джон. Мне это просто не кажется интересным. Что ж, вы что-то упускаете? Тебе надо было посмотреть игру вчера вечером. Это было просто кусать ногти. В самом деле. Что произошло? Что ж, это были последние секунды игры. И счет закончился в ничью. Затем, из ниоткуда, Кватербек бросил пас Хилл Мэри и... Тачдаун. Вау, звучит потрясающе. Да, это было невероятно. Тебе надо было там побывать. Возможно, я дам футболу еще один шанс. Но я не совсем понимаю всех правил и прочего. Ничего страшного, Анна. Футбол легко понять. По сути, это просто группа парней, которые бегают и бьют друг друга. Ха-ха, звучит не очень привлекательно. Поверь мне, Анна. Как только вы начнете смотреть футбол, вас зацепит. Это как наркотик. Не знаю, Джон. Уверен, что смогу жить, не пристрастившись к футболу. Подходите себе, Анна. Но помните, что, сидя по воскресеньям в одиночестве, вы, наверное, смотрели футбол вместе со всеми нами. Ха-ха, спасибо за предупреждение, Джон. Но думаю, я рискну. Привет, Анна, ты вчера была на приеме у врача. Да, я так и сделал. Честно говоря, это была катастрофа. А нет, что произошло? Ну, во-первых, мне пришлось ждать больше часа в зале ожидания. Затем, когда доктор наконец увидел меня, он попросил меня снять штаны. Что? Это немного жутко, не правда ли? Я знаю, верно. Мне было так неудобно. А потом, когда я наконец оделся, я понял, что надел рубашку наизнанку. Ха-ха, это забавно. Доктор что-то сказал. Да, он просто посмотрел на меня и сказал. Ну, кажется, у тебя такой день, да? По крайней мере, у него было хорошее чувство юмора. Он сообщил вам хотя бы хорошие новости. Нет, к сожалению. Он сказал мне, что мне нужно есть больше овощей и больше заниматься спортом. Ух, ненавижу, когда мне об этом говорят врачи. Как будто они думают, что мы все просто ленивые неряхи. Я знаю, верно. Но думаю, он прав. Мне действительно нужно лучше заботиться о себе. Что ж, не волнуйся, Анна. Мы можем начать есть больше салатов и вместе гулять. Ха-ха, спасибо, Джон. Ты всегда знаешь, как меня подбодрить. Нет проблем, Анна. Просто помните, когда жизнь дает вам рубашки наизнанку, делайте лимонад. Или что-то в этом роде. Привет, Анна. Сегодня у меня встреча со старой подругой. Хочешь пойти со мной? Конечно, звучит забавно. Кто твой друг? Его зовут Том. В средней школе мы играли вместе в бейсбол. А круто! Будет приятно встретиться со старым другом. Да, я с нетерпением жду этого. Но есть одна вещь, которую вы должны знать о Томе. Что это такое? Он в некотором роде персонаж. У него странная привычка говорить цитатами из фильмов. Что вы имеете в виду? Например, в середине разговора он случайным образом вычеркивает строки из фильмов. Это может вызвать некоторую ссору. Ха-ха, это забавно. Не могу дождаться встречи с ним. Просто будьте готовы. Он может начать цитировать лицо со шрамом или крестного отца в любой момент. Давай, Джон. Мне нравятся хорошие цитаты из фильмов. Хорошо, но не говорите, что я вас не предупреждала. Это может быть довольно нелепо. Не волнуйтесь, я справлюсь. Я обязательно вооружусь цитатами из своих фильмов. Ха-ха, похоже, вечер будет интересным. Привет, Анна, у тебя в последнее время проблемы с компьютером. Да, вообще-то. Думаю, у меня вирус или что-то в этом роде. Оно ведет себя очень странно. А нет, это нехорошо. Вы пробовали запустить антивирусную программу? Да, я так и сделал, но, похоже, это не решило проблему. Хм, возможно, вам нужно попробовать другую программу. Или попробуйте перезагрузить компьютер. Не знаю, Джон. Боюсь, что если я перезагружусь, все мои файлы будут удалены. Не волнуйся, Анна. Ваши файлы будут в порядке. Но если вы хотите быть в большей безопасности, вы всегда можете сохранить их на флеш-накопитель. Неплохая идея. Но что, если вирус все еще там после перезагрузки? Тогда нам придется вызвать большие пушки. Я знаю парня, который является компьютерным экспертом. Он может починить что угодно. В самом деле. Это было бы потрясающе. Думаете, он может избавиться от вируса? Абсолютно. Он как компьютерный ниндзя. Он заставит ваш компьютер работать как новый в кратчайшие сроки. Ха-ха, мне нравится это звучание. Давайте позвоним ему и устраним этот вирус из моей жизни. Хорошо, Анна. Считайте, что дело сделано. У вируса нет шансов против нас. Привет, Анна, ты когда-нибудь ходил в походы или походы? Нет, у меня нет. Почему вы спрашиваете? Ну, я собирался отправиться в горы в эти выходные. Мы могли бы отправиться в поход и разбить лагерь под звездным небом. Звучит забавно. Но как вы думаете, я готова к подобным приключениям? Конечно, Анна. Это просто поход и ночь в палатке. Насколько это может быть сложно? Не знаю, Джон. Я не совсем любитель активного отдыха. Чепуха. Тебе понравится мы увидим все виды красивых пейзажей и дикой природы. И мы будем жарить зефир на костре. Хм, звучит заманчиво. Но что, если мы потеряемся или на нас нападет медведь или что-то в этом роде? Не волнуйся, Анна. Я уже много раз это делал. Я знаю все лучшие трассы и на всякий случай посвящу медвежьим свистком. Свисток медведя. Для чего это нужно? Это свисток, издающий громкий звук. Если к нам подойдет медведь, мы можем дать ему свисток, чтобы отпугнуть его. Ха-ха, это забавно. Но что, если это не сработает? Тогда нам просто нужно будет использовать свои навыки ниндзя, чтобы отбиваться от медведя. Навыки ниндзя. Не думаю, что у меня их есть. Не волнуйся, Анна. Я тебя научу. А если ничего не помогает, мы всегда можем бежать очень быстро. Ха-ха, хорошо. Думаю, я в деле. Давайте сделаем это. Хорошо, хорошо. Думаю, нам просто придется согласиться, чтобы не согласиться. Согласовано. Но если мы когда-нибудь заведем домашнее животное, то это будет кошка. Ни одного шанса. Мы заведем собаку, и все кончено. Нет, Привет, не Анна. Недавно. Ты недавно была Почему в зоопарке. Почему вы спрашиваете? Я пришел на днях, и это было забавно. В самом деле. Что произошло? Я наблюдал за обезьянами, и одна из них начала ковыряться в носу и есть. Ух, это отвратительно. Я знаю, верно. Но это тоже было забавно. Не думаю, что я хочу пойти в зоопарк, если это то, что я хочу увидеть. А да ладно, это не все отвратительные вещи. Там также было несколько милых животных, таких как слоненки. Ой, звучит восхитительно. И львы тоже были очень круты. Они ревели и шагали, как будто владели этим домом. Но я не знаю, захочу ли я подойти к ним слишком близко. Да, они стояли за большим забором, поэтому мы были в безопасности. Но лучше всего это были пингвины. Пингвины. Обожаю пингвинов. Они были такими забавными. Они ковылялись и скользили на животе. Я могла бы смотреть их часами. Похоже, это хорошая причина пойти в зоопарк. Определенно. И кто знает, возможно, мы увидим еще одну обезьяну, ковыряющуюся в носу. Ха-ха, будем надеяться, что нет. Привет, Анна, тебе нравится лапша быстрого приготовления? Да, они в порядке. Их легко и быстро приготовить. Не знаю, мне кажется, они довольно отвратительные. Они похожи на кулинарную версию свидания на одну ночь. Что? Как провести такое сравнение? Ну, вы на самом деле не знаете, что в них содержится, вы просто быстро их употребляете, а потом жалеете об этом. Ха-ха, я понимаю, что ты имеешь в виду. Но они не так уж плохи. Они отлично подходят для студентов колледжей и людей с ограниченным бюджетом. Да, но вы видели список ингредиентов? Это похоже на химический эксперимент. Знаю, но иногда просто нужно что-то быстрое и простое. Наверное, да, но я бы предпочла сэндвич или что-то в этом роде. Это справедливо но вы должны признать, что лапша быстрого приготовления вызывает привыкание. Да, я это вижу. Они как нездоровая пища в мире лапши. Именно так. И вы знаете, что они говорят все в меру. Не знаю, относится ли это к лапше быстрого приготовления, но, конечно, мы пойдем с этим. Ха-ха, да ладно, Джон, не будь таким снобом лапши. Хорошо, хорошо. Я постараюсь быть непредвзятым. Но никаких обещаний. Да, Привет, иногда. Анна, ты когда-нибудь слушаешь радио? Мне нравится слушать радио? музыку по дороге на работу. Не знаю, мне кажется, что радиоведущие всегда стараются быть смешными. Да, некоторые из них могут показаться немного банальными. А вы заметили, что у них всегда есть раздражающие звуковые эффекты? Вы имеете в виду звук рога или собачий лай? Да, именно так. Как будто они думают, что это сделает их шутки смешнее или что-то в этом роде. Ха-ха, я понимаю, что ты имеешь в виду. Но иногда приятно, когда есть что послушать, кроме музыки. Думаю, что да. Но вы когда-нибудь слушали эти утренние ток-шоу? Да, они могут быть довольно забавными. Не знаю, кажется, что они всегда говорят о самых случайных вещах. В том-то и дело. Это должно быть интересно. Знаю, но похоже, что они слишком стараются быть дурацкими и сумасшедшими. Ха-ха, ты такой сноп на радио. Просто расслабьтесь и наслаждайтесь развлечениями. Ладно, отлично. Но если я услышу еще один звуковой эффект, я переключу канал. Привет, Анна, ты читала хорошие книги в последнее время. На самом деле я только начала читать этот новый роман, от которого все были в восторге. Ах да. В чем дело? Речь идет о группе путешествующих во времени кошек, которые пытаются спасти мир от армии злых белок. Что? Знаю, звучит безумно. Но поверьте мне, это действительно хорошо. Не знаю, похоже, что такое придумает пятилетний ребенок. Эй, не стучи, пока не попробуешь. Здесь есть юмор, экшн и трогательные моменты. Хорошо, хорошо. Но вы должны признать, что это довольно странная предпосылка. Знаю, но именно это делает игру такой увлекательной. Никогда не знаешь, что будет дальше. Думаю, это правда. Но как кошки путешествуют во времени? Есть ли у них какая-то магическая сила? Нет, они используют машину времени, сделанную из картонных коробок. Вы шутите, верно? Нет, я серьезно. Все это описано в книге. Хорошо, я поверю вам на слово. Но я пока не знаю, готова ли я к путешествиям во времени с кошками. Устройте себе костюм. Но когда книга станет бестселлером, не говорите, что я вас не предупреждала. Привет, Анна, чем ты занимаешься в эти выходные? Я планирую отвести племянницу на игровую площадку. Она любит играть на качелях и горках. Звучит забавно. Можно мне пойти с вами, ребята? Конечно, чем больше, тем лучше. Но будьте осторожны, вам придется не отставать от ее энергии. Думаю, я справлюсь. В детстве я неплохо играл на детской площадке. А правда, чем тебе больше всего нравилось заниматься? Мне нравилось лазить по барам для обезьян. Я была как маленький паук. Это впечатляет. Мне всегда было страшно забираться слишком высоко. Не волнуйтесь, я научу вас некоторым трюкам. И, возможно, мы даже сможем пригласить мою племянницу поиграть в теги. Ха! Думаю, нам бы она не подошла. Она как флеш. Что ж, мы можем хотя бы попробовать. И кто знает, возможно, мы обнаружим в себе скрытый талант к играм для игровых площадок. Или, может быть, мы просто устанем и заболеем. Но в любом случае это будет хорошая тренировка. И отличный способ снова почувствовать себя детьми. Давайте сделаем это. Привет, Анна, ты делала покупки в последнее время. Не совсем, почему вы спрашиваете? Что ж, мне нужно купить новую одежду, и я собиралась пойти за покупками в эти выходные. Хочешь присоединиться ко мне? Хм, я не уверена. Покупки могут быть немного напряженными, понимаете? Да, я понимаю, что вы имеете в виду. Но мы можем сделать это веселым. Мы можем примерить глупые наряды и сделать забавные фотографии. А нет, я не уверена, что готова поставить себя в неловкое положение на публике. Да ладно, это будет похоже на показ мод. Мы пройдем по проходам и примем позу. Не знаю, подхожу ли я для такого моделирования. Что ж, возможно, мы можем просто ходить по витринам и саркастически комментировать эти нелепые наряды. Теперь я могу справиться. Давайте посмеемся над некоторыми манекенами. Да. А если мы проголодаемся, мы всегда можем остановиться на перерыв на перекус. Покупки всегда лучше сочетать с едой. Хорошо, вы меня убедили. Давайте сделаем это. Но не вините меня, если в итоге мы совершим кучу импульсивных покупок. Сделка: Я постараюсь держать свою кредитную карту под контролем. Нет, Привет, я Анна, этого не сделала. ты слышала о новорожденной это панде в интересно. зоопарке? Да, я видела несколько фотографий в интернете. Оно такое милое и пушистое. Ой, я обожаю панд. Они такие очаровательные. Я знаю, верно. Жаль, что мы не можем завести его в качестве домашнего питомца. М. Джон, панда не совсем домашнее животное. Знаю, знаю. Но представьте, что большая пушистая медведица панда лежит с нами на диване. Думаю, с этим может быть чересчур сложно справиться. Это не совсем баллонки. Да, думаю, вы правы. Но мы можем взять его с собой на прогулку по парку и посмотреть, как он лазает по деревьям. Не думаю, что панды действительно любят прогулки или деревья. Это довольно оседлое животное. А, верно, Думаю, нам просто придется посетить их в зоопарке. Неплохая идея. Мы можем принести несколько бамбуковых закусок и посмотреть, как они едят. И, возможно, мы даже сможем сфотографироваться с маленькой пандой. Да. А затем мы сможем показать нашу новую симпатичную фотографию профиля в социальных сетях. Идеальный. Кому нужна домашняя панда, если мы можем быть просто папарацци панды-панды? Привет, Анна. Ты слышала о глобальном потеплении? Конечно, есть, Джон. Это серьезная проблема, стоящая перед нашей планетой. Да, знаю. Но у меня есть решение. В самом деле. Каков твой блестящий план, Джон? Нам просто нужно убедить всех перестать дышать. А, Джон, я не думаю, что это очень практичное решение. Дыхание необходимо для жизни. Но подумай об этом, Анна. Если бы мы все просто передохнули, мы действительно могли бы уменьшить выбросы углекислого газа. Не думаю, что так все работает, Джон. Кроме того, как нам всем выжить без дыхания. Хм, думаю, вы правы. Возможно, вместо этого мы могли бы просто перестать ездить на машинах. Теперь это более практичное решение, Джон. Вместо этого мы могли бы попробовать покататься на велосипеде или воспользоваться общественным транспортом. Или мы могли бы просто покататься на спинах гигантских черепах, как в том фильме. Джон, я не думаю, что это был документальный фильм. Давайте остановимся на более реалистичных решениях. Хорошо, хорошо. Это езда на велосипеде. Но можем ли мы хотя бы надеть эти крутые наряды из неонового спандекса? Думаю, мы передадим это, Джон. Давайте сосредоточимся на спасении планеты. Привет, Анна, ты в восторге от нашей поездки? Да, мне не терпится увидеть пляж. Но я немного нервничаю перед регистрацией в аэропорту. Не волнуйся, Анна. Это просто. Вам просто нужно подойти к стойке регистрации и предъявить паспорт и посадочный талон. А если они зададут мне много вопросов? Я не хочу стоять в очереди. Просто скажи им правду, Анна. Они не будут задавать слишком много вопросов. Хорошо, но что если меня попросят снять обувь или куртку? Это просто часть процесса обеспечения безопасности, Анна. Это сделано для того, чтобы все были в безопасности. Я это понимаю, но что если я забуду достать что-то из сумки, и оно будет помечено на сканере? Потом они просто обыщут твою сумку, Анна. В этом нет ничего страшного. Надеюсь, что да. Но что, если я случайно упаковал что-то, чего не стоило брать с собой? Например, что? Не знаю, например, гигантская бутылка шампуня, большой нож или что-то в этом роде. Анна, зачем тебе брать с собой гигантскую бутылку шампуня или большой нож для пляжного отдыха? Не знаю, Джон. Я просто хочу сказать, а что если? Хорошо, хорошо. Давайте просто глубоко вздохнем и расслабимся. Мы вместе пройдем процедуру регистрации. И я обещаю, что не позволю вам упаковать гигантские бутылки шампуня или большие ножи. На что ты настроена, Анна? Я голодаю. Не знаю, Джон. Сегодня я чувствую себя нерешительным. Возможно, нам стоит просто пойти в ресторан и посмотреть, что выглядит хорошо. Неплохая идея. Но давайте позаботимся о том, чтобы в итоге мы не заказывали то, что нам не нравится. Да, ненавижу, когда такое случается. Мне всегда жаль отправлять его обратно на кухню. Я тоже. Эй, может нам стоит просто заказать все, что есть в меню, а затем решить, что нам нужно. Джон, это ужасная идея. Мы не можем позволить себе заказать все. Ладно, отлично. Возможно, мы можем просто попросить официанта дать рекомендацию. Хорошо, но что, если нам не понравится то, что они рекомендуют? Тогда мы можем просто заказать что-то еще. В этом нет ничего страшного. Но что, если в итоге мы получим очень странное блюдо? Ну тогда, по крайней мере, мы расскажем забавную историю позже. Не знаю, Джон. Я не хочу рисковать. Возможно, нам стоит просто съесть что-нибудь безопасное, например, пиццу. Пицца. Анна, мы в модном ресторане. Возможно, здесь даже пиццу не подают. Ох, правильно. А как же спагетти? Опять же, Анна, это не оливковый сад. Нам нужно быть немного более смелыми в выборе еды. Хорошо, отлично. Как насчет того, чтобы каждый из нас выбрал одно блюдо, а затем поделился им? Теперь мы поговорим, Анна. Отличная идея. И если кому-то из нас не понравится то, что мы заказали, мы всегда можем украсть блюдо другого человека. Привет, Анна, ты когда-нибудь ела очень вкусную клубнику? Да, конечно. Они сладкие и вкусные. Но пробовали ли вы когда-нибудь такую вкусную клубнику, что вам захотелось написать ей любовное письмо? Что? Нет, Джон. Это нелепо. Выслушайте меня. Представьте, что вы откусите клубнику, и она такая сочная и ароматная, что сердце бьется. В смысле, я и раньше ел хорошую клубнику, но не скажу, что над ней стоит писать любовное письмо. Что ж, возможно, вы просто не съели подходящую клубнику. Поверь мне, Анна. Когда вы попробуете идеальную клубнику, вы поймите, о чем я говорю. Хорошо, Джон. Я буду следить за самой идеальной клубникой в мире. и когда вы его найдете, не забудьте отправить ему любовное письмо. Привет, Анна, ты смотрела это новое релити-шоу о кулинарии? Нет, я его не видела. В чем дело? Это шоу, в котором они берут кучу поваров-любителей и заставляют их соревноваться друг с другом. Победитель получает трофей и отличную работу в ресторане. Звучит забавно. Возможно, я попробую. Да, стоит. Но имейте в виду, что некоторые блюда, которые они готовят, просто нелепы. Нелепо. Что вы имеете в виду? Что ж, на прошлой неделе им пришлось приготовить десерт, используя только овощи. Один парень приготовил морковный пирог, похожий на обувь. А нет, звучит ужасно. А за неделю до этого им приходилось готовить из ингредиентов, выбранных случайным генератором. Один парень купил арахисовое масло, цветную капусту и соевый соус. Это была катастрофа. Хорошо, теперь мне нужно посмотреть это шоу похоже на катастрофу, которая ждет своего часа. Именно так. Это все равно, что смотреть на крушение поезда, вы не можете отвести взгляд. Привет, Анна, ты слышала о дне спорта на следующей неделе? Нет, у меня нет. Какой спортивный день? В этот день все рабочие отделы соревнуются друг с другом в различных спортивных соревнованиях. Звучит забавно. Какие мероприятия есть? Здесь есть эстафета, перетягивание каната и даже гонка на трех ногах. Забег на трех ногах. Звучит смешно. Да, это всегда фаворит публики. В прошлом году два парня запутались и в итоге сделали растение для лица в грязи. А нет, это слишком смешно. Мне нужно взять с собой фотоаппарат. А и вы не захотите пропустить подбрасывание воздушного шара. Это все равно, что играть в горячую картошку, но с воздушным шаром. Похоже, это путь к катастрофе. Именно так. И знаете, как говорят, не настоящий спортивный день, пока кто-то не промокнет. Что ж, теперь я с нетерпением жду этого. Звучит просто потрясающе. Привет, Анна. Могу я одолжить принтер на минутку? Мне нужно распечатать документ. Конечно, но вам лучше поторопиться. Я только что видел Тима из бухгалтерии, который приехал туда. А нет, не Тим. На распечатку электронных таблиц у него всегда уходит целая вечность. Да, он фактически разбил там лагерь. Тебе лучше действовать быстро. Не волнуйтесь, на мне есть кроссовки. Удачи, Джон! Да прибудут с вами боги печати! Ха, у меня получилось. И как раз в самый последний момент. Отличная работа, Спиди Гонзалес. Думаю, вы установили новый рекорд самой быстрой приборной панели принтера. Когда дело доходит до печати, я не суечусь это серьезный бизнес. Да, и нам, наверное, стоит начать подготовку к следующему офисному олимпийскому событию – эстафете принтеров. Отличная идея. Мы могли бы даже изготовить трофей в форме принтера. Знаете что, давайте не будем давать HR никаких идей. Возможно, они действительно пойдут на это. Анна, ты готова к весенней уборке? Нужно ли нам это делать? Это такая утомительная задача. Да ладно, подумайте о конечном результате. Чистый и организованный дом. Знаю, знаю. Но это просто очень много работы. Вот почему мы должны сделать из этого игру. Игра. Вы на связи, мистер. Но не думайте, что вы сможете меня победить. А я принесу свою игру. А я всю неделю отрабатывала технику удаления пыли. Хорошо, хорошо. Давайте начнем, прежде чем вы начнете говорить о мусоре дальше. Готово. Не так быстро, приятель. Я закончил пять минут назад. Черт возьми, на этот раз ты выигрываешь. Я сказала вам не недооценивать меня. Хорошо, хорошо. Вы выигрываете по честным и справедливым правилам. А теперь давайте отпразднуем это событие в красивом, чистом доме. Похоже на план. Анна, мои родители приедут к нам в гости в эти выходные. А это здорово. Давненько я их не видела. Какие у тебя планы? Возможно, мы просто потусуемся и наверстаем упущенное. Они хотят узнать, как у нас дела с тех пор, как мы переехали в это новое место. Звучит забавно. Есть ли что-то особенное, что вы хотите сделать с ними? Что ж, мой отец любит играть в настольные игры, поэтому я подумывал познакомить его с Settlers of Kitron. А это отличная идея. Мне тоже нравится эта игра. Возможно, мы сможем сделать игру интересной, сделав несколько ставок на то, кто победит. Хм, я об этом не знаю. Возможно, моя мама не очень обрадуется, если мы начнем играть в азартные игры на ее глазах. Ладно, возможно, мы можем просто играть ради хвостовства. Но давайте позаботимся о том, чтобы ваш отец успокоился. Мы не хотим, чтобы ему казалось, что он проигрывает новому зятю. Хорошее замечание. Но у меня такое чувство, что он удивит всех нас и выйдет на первое место. Посмотрим на это. В любом случае, выходные с родителями будут веселыми. Анна, как насчет того, чтобы передохнуть и отдохнуть у пруда в парке? Звучит как отличная идея, Джон. Хочешь принести хлебные крошки, чтобы накормить уток? Да, и, возможно, мы также можем привезти себе закуски. Отличная идея. Я принесу фрукты, а вы можете принести чипсы. Идеальный. И мы можем расслабиться и насладиться умиротворяющим звуком воды. Мне не терпится увидеть рыб и черепах в пруду. Это так расслабляет. Только будьте осторожны, чтобы не заснуть и не проснуться сутками на коленях. Ха-ха, я позабочусь о том, чтобы глаза были открыты. Но если у нас на коленях все же появятся утки, по крайней мере, мы расскажем несколько хороших историй. Анна, ты когда-нибудь была на пляже в отпуске? Да, у меня есть. Почему вы спрашиваете? Я собирался провести отпуск на пляже, но боюсь обгореть на солнце. Что ж, ты всегда можешь носить солнцезащитный крем, Джон. Да, но что, если я забуду снова нанести его и в итоге буду выглядеть как омар? Ха-ха, теперь я это вижу. Придется сделать много фотографий. Ни за что я не хочу быть посмешищем на пляже. Не волнуйся, Джон. Мы просто позаботимся о том, чтобы взять с собой большое количество геля алоэ вера от солнечных ожогов. А как же песок? Оно распространяется повсюду, и от него невозможно избавиться. Это правда, но мы всегда можем просто взять песок и притвориться русалками. Русалки. Не думаю, что у меня есть для этого подходящая цифра. Что ж, вы всегда можете просто похорониться в песке и вместо этого стать замком из песка. Ха-ха, похоже, это хороший план. Пойдем на пляж и повеселимся. Просто Доброе немного утро, тостов Анна. и джема. Что у а тебя на живы? завтрак? Я подумываю приготовить блины, но не уверена, что у меня достаточно яиц. но вы всегда можете попробовать приготовить их без яиц. Возможно, используйте банан в качестве заменителя. Звучит интересно, но я не знаю, хочу ли я, чтобы мои блины были похожи на банан. Возможно, вы могли бы добавить немного шоколадной стружки, чтобы сбалансировать ситуацию. Неплохая идея. Банановые блины с шоколадной крошкой — это... Я рада, что смогла помочь вам составить план завтрака. Я тоже. Всегда лучше иметь второе мнение, особенно когда речь идет о еде. Анна, вы когда-нибудь бывали в Париже? Я слышал, что это прекрасный город с множеством интересных мест, которые стоит увидеть. Да, я был там один раз. Обязательно посетите Эйфелеву башню, но есть и много других замечательных мест, которые стоит посетить. Звучит потрясающе. Мне не терпится увидеть все знаменитые достопримечательности и познакомиться с историей города. Не забывайте о вкусной еде. Французские круассаны лучшие. И мы не можем уехать, не попробовав улиток, верно? Ускарга. Вы имеете в виду улиток? Не знаю об этом, Анна. Да ладно, Джон. Это французский деликатес. Просто думайте о них, как о скользком маленьком картофеле фри. Не знаю, убедит ли меня это, Анна. Что ж, если вы не любите улиток, мы всегда можем попробовать более традиционную французскую кухню. Багеты, сыр и вино. Теперь ты говоришь на моем языке. Анна, ты знаешь, какая моя любимая еда? Хм, позвольте мне догадаться. Пицца. Нет, это шоколад. А я должна была знать, почему ты так любишь шоколад? Это очень вкусная еда, улучшающая настроение и идеальная комфортная еда. Что можно не любить? Ну, я не знаю, может быть, дело в том, что это не самая здоровая еда на свете. А да ладно, Анна. Жизнь слишком коротка, чтобы беспокоиться о подобных вещах. Кроме того, я слышала, что темный шоколад действительно полезен. Это правда, но нельзя съесть целую плитку темного шоколада за один присест и назвать его здоровым. Да, думаю, в этом вы правы. Но вы должны признать, что шоколад по-прежнему великолепен. С этим не поспоришь. Какой твой любимый сорт шоколада? Определенно молочный шоколад. Оно такое сливочное и очень вкусное. Я сама больше любитель темного шоколада. Мне нравится горечь и богатство. Ну, тогда мне больше молочного шоколада. Эй, ни за что. Мы делимся. Анна, в последнее время у меня проблемы со сном. Есть ли у вас какие-либо советы о том, как спать раньше? Что ж, вы можете попробовать посчитать овец. Считайте овец. Это действительно работает? Конечно, так и есть. Вы просто закрываете глаза и представляете себе поле, полное пушистых белых овец. Затем одного за другим вы пересчитываете их, когда они перепрыгивают через забор. Ха-ха, это забавное изображение. Придется попробовать. Еще вы можете выключить всю электронику как минимум за час до сна. Синий свет от экранов может нарушить естественный цикл сна вашего тела. Понятно, у меня больше нет ночных заеданий на Netflix. И, наконец, постарайтесь установить регулярный режим сна. Такие вещи, как принятие теплой ванны или чтение книги перед сном, могут помочь вашему телу дать понять, что пора спать. Спасибо за совет, Анна. Я расскажу вам, как все пойдет. Нет проблем, Джон. Сладких снов. Привет, Анна. Ты просмотрела резюме на открытую у нас новую вакансию. Да, у меня есть. Некоторые из них выглядят хорошо, но я не знаю, как выбрать подходящего кандидата. Я знаю, что вы имеете в виду. Это все равно, что пытаться найти иголку в стоге сена. Может, стоит просто закрыть глаза и выбрать что-то наугад. Хм, не думаю, что это хорошая идея. Возможно, мы столкнемся с кем-то, кто думает, что вместо этого претендует на работу в цирке. Ты прав. Нам не нужен кто-то, кто жонглирует задачами и постоянно бросает их. Именно так нам нужен надежный, ответственный человек и, желательно, имеющий опыт работы в этой области. Да, и тот, кто не хочет вздремнуть во время обеденного перерыва. Правильно. Нам нужен бодрствующий, бдительный и способный взяться за дело. Возможно, нам стоит попросить их немного потанцевать во время интервью. Таким образом, мы сможем увидеть, насколько они скоординированы. Не уверена, что в этом есть необходимость, Анна. Но мы определенно можем задать им несколько сложных вопросов и посмотреть, как они ответят. По-моему, звучит неплохо. Будем надеяться, что мы сможем найти подходящего человека для этой работы. Да, иначе нам, возможно, все-таки придется нанять кого-нибудь из цирка. Анна, ты когда-нибудь пробовала играть на пианино? Нет, у меня нет. Почему вы спрашиваете? Я просто подумала, что нам было бы интересно заняться этим занятием вместе. Хм, я не уверена. Я не очень склонен к музыке. А да ладно, это не может быть так сложно. Вы просто нажимаете на клавиши пальцами. Тебе легко это сказать. У тебя больше пальцев, чем у меня? Я не так это имела в виду. Кроме того, вы всегда можете играть пальцами ног. Теперь это было бы зрелище, которое стоит увидеть. Видите ли, мы уже получили удовольствие от этой идеи. Давайте попробуем. Хорошо, попробую. Но если я буду играть в чапстикс всю оставшуюся жизнь, это твоя вина. Анна, вы можете помочь мне перенести несколько фотографий со старого телефона на новый? Конечно, Джон. О скольких фотографиях идет речь? а всего несколько сотен. Несколько сотен. Это займет целую вечность. Знаю, но не хочу терять ни одного из них. Хорошо, давайте посмотрим. Мы можем использовать Bluetooth для их передачи. Она у вас включена. Да, она включена. Отлично. Теперь давайте подключим телефоны. Можете ли вы сказать мне имя своего телефона? Конечно, это потрясающий телефон Джона. Джон, ты правда так назвал свой телефон? Что? Это потрясающе. Хорошо, хорошо. Давайте сейчас подключим наши телефоны. Я отправляю запрос на ваш телефон. Понял. Принимаю это сейчас. Хорошо, теперь мы можем начать трансфер. Это может занять некоторое время, так как насчет того, чтобы выпить кофе. По-моему, звучит неплохо. Пойдем. Анна, ты где-нибудь видела мой кошелек? Нет, где она у тебя в последний раз была? Кажется, оно у меня было, когда мы вчера были в продуктовом магазине. Должно быть, я ее куда-то бросила. А нет, это нехорошо. Вы проверили свои карманы? Да, я везде проверил. Думаю, оно потеряно. Что ж, нам нужно ее найти? У вас там были наличные или кредитные карты? Да, у меня было немного наличных и кредитные карты. Но хорошая новость в том, что у меня все еще есть телефон. Это облегчение. Мы можем попробовать позвонить в ваш кошелек и узнать, ответит ли он. Не думаю, что это сработает, Анна. Хорошо, а может вернемся к вчерашним шагам и посмотрим, сможем ли мы их найти? Неплохая идея. Может, нам повезет, и кто-то сдал его магазину. Или, может быть, добрый незнакомец забрал его и ищет способ вернуть его вам? Да, а может быть, кошелек отправляется в свое приключение? путешествует по городу, делает селфи и публикует их в инстаграм. Это было бы забавно. А если серьезно, давайте поищем его. Я помогу вам ее найти. Спасибо, Анна. Благодарю за это. Возможно, мы даже найдем спрятанное сокровище по дороге. Привет, Анна, ты видела мою новую машину? Нет, у меня нет. Какую машину вы купили? У меня есть спортивная машина. Оно ярко-красное и очень быстрое. Вау, звучит захватывающе. Вы уже опробовали его. Да, у меня есть. Водить машину очень весело. Не могу дождаться, когда смогу взять его с собой в путешествие. Что ж, просто будьте осторожны. Вы не хотите получить штраф за превышение скорости или, что еще хуже, попасть в аварию. Не волнуйтесь, я буду водить машину ответственно. Я подумываю отвезти его на автомойку в эти выходные. Хочешь пойти со мной? Конечно, я бы очень хотела. Но не ждите, что я помогу вам его постирать. Я не хочу пачкать руки. Ха-ха, не волнуйтесь, я все помою. Можно просто сесть в машину и насладиться поездкой. По-моему, звучит неплохо. Пойдем покажем свою новую машину нашим друзьям. Спасибо за просмотр. Подпишитесь на наш канал и смотрите больше видео с нашего канала.